я вам скажу. То полуостарного відбувається у центричній хвилі старт-стартопа, так ось? Там, в принципі, генератором там обсуждався. І обсуждався вот там в такому виде, скажем, вот тут. Ну, його, скажем, там де. А Supreme XY – это перевал. Это число? Или вещественное число, в смысле, или поэтическое? Supreme XY – это, вообще говоря, вот математическая пространство, это шар, который содержит точки XY. А число – это вот тут задана какая-то функция U, она задана на всем дереве, в частности, она задана на его границе. И здесь U от X – это глубина потенциального, потенциальной ямы здесь, U от Y – глубина потенциальной ямы здесь, а U от Supreme XY – это высота перевала между X и Y. И выписывается такой вот генератор для ультраметрической диффузии со сносом, который соответствует вот этой самой кинетике на границе дерева. И такой вопрос, насколько это соответствует виду вашего генератора? Такое впечатление, что далеко не всегда совпадает. Ну, скажем, если для вас это купе, то есть... Да. D и New Y — это просто D и Y. Там не купе, там BR. То есть здесь получается просто разность вот этой высоты и нуля фактически, да, или какого-то... Ну, вот в частности, чем хороший генератор, что если сюда поставить гипсовское состояние, то есть если это не минус, то это унис, то эта штука занулится. Это означает, что гипсовое состояние является стационарным, как и должно быть. Сейчас. А вот у вас всегда ли гипсовое состояние будет стационарным? Что вы? Но это означает, что если мы поставим f от x равняется e в степени минус бета у x, ну там точно константы, то d от e в степени минус бета у x будет равно нулю всегда. В общем, потому что здесь будет e в степени бета у x, на это помножим, будет 1. А здесь будет e в степени минус бета у y, помножим 1. Здесь будет 1 минус 1, то это 0. То есть это будет в нашем состоянии уравнения. Стационарное состояние, оно же всегда так находится, для любого уравнения. Нет, это означает, что гипсовское состояние является стационарным состоянием уравнения. Это означает, что если мы сюда... А это означает, что произвольное начальное состояние, ну, это умеет показать, но это правда, что произвольное начальное состояние будет стремиться к гипсовскому. То есть это уравнение будет описывать реновациацию гипсовскому состоянию. Ну, для вашего генератора это правильно? Ну, это зависит от функции ДВ. Я всегда же могу взять эту функцию. Да, если я здесь возьму единицу на ДВ. Ну, вот здесь это верно для любого выбора функции У. Кроме того, функция У, она, вообще говоря, должна расти на дереве. То есть, если вы... Потому что это энергия, если вы поднимаетесь от У да, вот, до этого перевала, то у вас У здесь выше, чем здесь. То есть функция У, потенциал, она является растущей. Это вещественно-значительная функция, которая растет относительно частичного порядка на этом дереве. А та процедура, когда вот вы перешли к... Ну, что половину матрицы загрузить, я как-то не очень уверен, что она полностью... что она согласована с тем условием, что потенциал У на дереве растет. Вопрос в том, является ли вот то, что рассказано, частным случаем вот этого общего генератора, правильно я понимаю вопрос? Да. Вот относительно этих двух свойств, со самой структуры генератора, то, что гипсовое состояние будет являться стационарным, и то, что потенциал У должен на дереве расти. Вот это вот все будет вот использовать в данном случае. Но я могу сказать, какое здесь стационарное решение. Да, стационарное решение тут вроде бы да, единственное, когда самое нижнее. Это просто заселенность.